хорошо. Ремонтные работы на улице Мастеровой должны были начаться еще 5 сентября. Официально же к реконструкции приступили 23-го. На участке дороги возле Успенского кладбища планируют заменить асфальтовое покрытие и сделать парковки. Однако многие автомобилисты к ремонтным работам отнеслись с возмущением. Дело в том, что никаких знаков о реконструкции магистрали не установлено. И если со стороны Свердловского проспекта работающая техника и разрытая дорога видны сразу, автомобилисты разворачиваются, не теряя времени, то со стороны северо-запада ситуация осложняется. По улице Мастеровой до места перекрытия, то есть до кладбища, автолюбителям нужно проехать несколько километров, чтобы развернуться и отправиться обратно. Остается надеяться, что эту оплошность дорожники исправят в ближайшее время. Вместе с тем, автолюбителям стоит запастись терпением, ведь пробки на Свердловском проспекте будут осложнять им жизнь еще как минимум месяц. Работы на дороге-дублере улицы Мастеровой продлятся до 30 октября.